Друзья, всех приветствую, подписчиков, всех, кто смотрит это видео. Сегодня 2 декабря, второй день зимы. Я нахожусь на ягодной ферме Berry Farm. И сегодня у нас второй день зимы, когда мы продолжаем работать. Вчера, 1 декабря, мы начали высаживать сорт клубники ламбада. Долго мы думали, когда ее высаживать, не решались, потому что качество посадочного материала саженцев оставляет желать лучшего, но мы решились и высадить хотя бы один рядочек этой клубники. Смотрите, уже как бы работа продолжается, второй день, и высаживаем вот такие вот саженцы. То есть, да, не сильно, не мощная, но мы берем по несколько, две таких средних или же три еще поменьше, чтобы было хоть сколько корневой, садим в одну лунку. Вот таким образом, в надежде, чтобы летом мы получили ягоду ламбады. То есть она не такая урожайная, но вкус превыше всего. Возможно, сравнить чуть-чуть с вкусом шарлотты, но это сравнение будет как бы не совсем правильным. Потому что ламбада, она дает урожай, когда идет соната, корона. То есть это более такой средний сорт. Но из всех моих друзей, которые дегустировали, они всегда отмечали вкус ламбады. Поэтому я ей все прощаю, даже что и в этом году она дала нам не такой мощный посадочный материал. Все-таки мы ее высадили 1 декабря и закончим сегодня 2 декабря, чтобы порадовать и себя, и вас, когда вы приедете к нам, хотя бы чтобы вы могли попробовать несколько кустиков этой чудесной ягоды. Ну вот, друзья, так и работаем. Смотрите, клубника садится, пес сидит, лопата стоит, тачка стоит. И вот 20 секунд, кустик ламбады посажен. Еще 20 секунд, еще посажены. Дела, все хорошо. Лук пошел на поливание. С наступающим Рождеством всех мы поздравляем. Будьте с нами. И хорошего всем настроения. Пока. Ну вот и первый снег. Вернее, не первый, а сегодня в этом не первый. И в такую погоду мы работаем. Спустя 40 минут снег усиливается. Уже как бы и видно, что пришла зима. Уже почти мы закончили, еще не совсем. Немножко веселее сейчас будет садить, потому что уже начинаем мы садить сорт Клэри. Вот видно, что более-менее корневая. Помощнее саженцы, получше. И на сегодня задача максимум — это дойти нам этот ряд, высадить, чтобы можно было идти на выходные с радостью.